Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяуп, и мы продолжаем игру Teardown. Это уже вторая серия будет у нас по игре Teardown. В прошлый раз мы закончили на второй миссии у Пэриса какого-то. Теперь опять Пэрис, и нужно посмотреть и сделать какие-то чеки или не знаю что. Я же умею читать. По прошлому видео понятно. Ну, в общем, давайте начнем миссию. И посмотрим, что там делать надо, да. Так. Окей. Так, мы приехали. Нажмите-то. Хорошо. Теперь у нас здание в этом доме, в этом. Так, у нас, то есть, опять три здания будет. Угу. Три здания. Хорошо, прекрасно. Не понял. Так, хорошо, это уже интересно. Так, мы не можем открыть, да? Так, хорошо, давайте попробуем обойти где-нибудь. Вот тут, допустим. А, ну все, это было просто. Так, вижу тут краник. Я именно не знаю, что делать надо, но думаю, он нам пригодится. 2000 years later. У меня есть идея. Не знаю, почему я такой тупой и не додумался сразу, но я могу сразу сделать дырку. Точно, меня же никто не торопит. Сразу сделаю дырку, и все будет хорошо. Так, тут дырка есть. Теперь идем туда, к зданию тому. Дырку я уже сделал там, где надо, и поэтому уже можно, в принципе, будет сейчас делать все, что нужно. Раз, два, три. Погнали быстренько, еще две осталось. Так, теперь быстро бежим сюда. Забираем тут чек этот и все. Еще там один остается, но уже там нет проблем. Куда ты делаешь? Вот, теперь бежим. Еще 30 секунд. Это очень нормальное время еще осталось. Поэтому пока что не сильно парюсь насчет времени. Быстро. Еще 17 секунд. 17. Все, прекрасно, нормально все. Успеваю. Успеваю, 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 успеваю. Все, успели. Миссия пройдена. Ура, есть. Итак, миссию мы прошли. И нам теперь показывают новое снаряжение. Это огнемет. Вау, класс. Ну, теперь можем подпаливать полы, типа деревянных, деревянные подпорки и все такое. Так, следующая миссия. Что же у нас там следующая миссия? Гордон Ву. Яхта. Начнем с этого дома. Я думаю, будет сюда нужным зайти, раз показывают. Точнее, ой, а тут никого нет. Ну ладно, здравствуйте, вы просили выгрузку сейфа в море. Ребята, как бы мне не было жалко этого сейфа. Я так давно был с ним знаком. Но кажется, его придется выгрузить в море. Меня попросили, я ни при чем. Ну, и вот и все. Давайте посмотрим, что тут вообще по машинам можно делать. Ну, в принципе, управление вполне приятное машинами. А еще при том, то, что эти машины полностью разрушаемые, можно сказать, что это самая реалистичная игра в жизни. Ой-ой-ой, чуть не упал.
Все. Дом разрушен. А это значит то, что миссия выполнена. А еще у нас миссия была в складе. И тут тоже нужно выгрузить сейф. Просили. Ну, просили, значит, я сделаю. Ну, а что еще? Ну, мне же наоборот хорошо. Приятно. Ой, будет приятно. Пам. Попросили? Я не буду отказывать, конечно же. Вот. Так что выгрузим и этот сейфик. Давай, выгружайся. Так, все. Попросили, я выгружу. Без проблем. Нету проблем вообще. Никаких абсолютно. Все, все миссии выполнены. А это значит, я могу возвращаться корабль. Все, ребята, на этом мы можем уже заканчивать серию. Наконец-таки я завершаю миссию вторую. И за 7 минут я ее прошел. Итак, у нас новый инструмент. Ребята, у нас новый инструмент. Это дробовик. И очень хорошо, я рад. Наконец-таки новый инструмент. Все. Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяуп. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ждите новых серий по Тирдауну.